Здравствуйте! Сегодняшний урок мы начинаем с полевых испытаний. Я вот только что пришел с поля, где испытывал вот этот вот такой вот странный самолетик. Вот такой вот самолет, вы все его знаете. Дети в парках и в лесу бросают его. Это бросать не кидать не самолетик, который достаточно трудно сломать, потому что он сделан из ЕПП материала. То есть он такой вот. Весь такой мягкий и амортизационный. То есть сломать его практически невозможно. И пришла мне в голову мысль сделать его летающим. То есть поставить на него управление, поставить мотор с аккумулятором, чтобы он летал. И в данной ситуации я этого добился. Самолетик полетел очень даже неплохо, но, к сожалению, я не смог удержать его по крену. Надо было его маленько подкорректировать, и он свалился. Но полетел. Вот, я приложу видео, где все это летает, то есть я не голословно говорю, с видеоматериалами и доказательствами. Сейчас я вам покажу. Вот моя аппаратура управления. Это Hi-Tech Aurora 9. И здесь вот установлен такой маленький аккумулятор. Сейчас я покажу, как это все работает. Вот. То есть самолет полностью работоспособен. Вот у него элероны работают, вот у него элеватор работает, только нет на рудере. Но, к сожалению, я не поставил это. Ну, вернее, я подумал, что это будет слишком тяжело, потому что самолетик маленький, и одна лишняя серва придаст дополнительную тяжесть. Ну, в принципе, вот гоночные же самолетики, на которые он очень похож, гоночные самолетики летают примерно с таким же управлением. Вот. То есть самолет, как вы видите, все у него работает. И у него даже вот мотор работает. Но уже не работает. Ну, очевидно, последствия падения. Но мы его сейчас починим и продолжим наше испытание. Я сейчас расскажу, как он сделал. Так, включаем питание и смотрим. То есть здесь у меня установлен очень маленький мотор весом в 9 грамм. Он предназначен для зальных моделей. Поскольку, как я уже говорил, самолетик маленький, надо его было сделать полегче. И поэтому я поставил самый маленький мотор и небольшой винтик. Вот. Сервоприводы стоит здесь два. Вот один сервопривод стоит на элеронах, другой стоит на элеваторе. Сервоприводы я выбрал самые маленькие, какие только у меня были. Это сервоприводы 2,5 грамма оба весят. Вот. Здесь вот один привод на элероны стоит и один на лед. И я не стал заморачиваться и прокинул провод прямо по корпусу, где я его закрепил скотчем. Внутри стоит хай-тековский приемник. Вот от него я выбил антенны. Не потому что там корпус экранирует или что-то происходит. Просто потому, что там места не хватало, куда их положить. То есть места в кокпите очень мало. Как раз вот только входит батарейка. Вот, и очень маленький регулятор, как раз для этого мотора. Вот, регулятор выдает в районе 6 вольт. Он очень маленький. И к тому же мне не понравилось, как у него работает хвостик. То есть хвостик весь гнулся. Я его усилил карбоновыми рейками. И сзади вот здесь вот я тоже усилил карбоновой рейкой. И хвост усилил карбоновой рейкой. То есть здесь все нормально. И еще вот элеватор у меня разрезной. Он состоит из двух половинок, которые соединены проволочкой. Для того, чтобы они поднимались и опускались вместе. Вот они поднимаются, опускаются вместе. Получился вот такой вот маленький, приятненький самолетик. То есть, как я вам уже говорил, если очень захотеть, можно практически все что угодно заставить летать. Я вот захотел заставить летать вот этот маленький самолетик, и он полетел. Ну вот. Ну, на этом урок закончен. До свидания. Мы постараемся еще подготовить для вас какие-то новые материалы. И желательно бы интересные, конечно. До свидания.
сейчас голубей пугать будет. Ух. Ай. Нормально полетел, все. Верткие только, конечно.